Здравствуйте, друзья, с вами Борис Оборотов и компания GSMRepeater.ru. Мы знаем, что у многих из вас сложилось впечатление, что усиление мобильного интернета – это дорого. И действительно, вы запросто можете найти на рынке решения и за 10, и за 20, и за 30 тысяч рублей. Падение курса рубля сыграло злую шутку, ведь многие комплектующие закупаются за рубежом. Например, вот этот усилитель интернета LHG LTE Kit от латвийской компании Mikrotic за последний год подорожал в два раза. С 10 тысяч рублей до 20 тысяч. Безумные цифры, мы с вами согласны, и поэтому особенно рады, что набор, о котором мы сегодня вам расскажем, имеет демократичную цену. Сегодня его стоимость составляет всего 6900 рублей. А еще несколько месяцев назад стоимость такого оборудования могла легко перевалить за 10 тысяч. Снижение цены стало возможным благодаря нескольким факторам. Укреплению рубля с одной стороны и появлению нового оборудования от наших китайских партнеров с другой. Итак, это комплект 4G роутера от компании ZTE с уличной антенной. Здесь используется модель роутера ZTE MF293N. Вот этот небольшой прибор не только организует беспроводную Wi-Fi сеть для ваших устройств, но также и выполняет подключение к мобильному интернету. Слот для сим-карты находится в основании устройства. Достаточно установить сюда симку, и роутер раздает интернет для всех подсоединенных устройств. Помимо Wi-Fi сети вы можете выполнить подключение и по кабелю. Для этого на задней стороне роутера имеется LAN-порт. Кстати, здесь же имеется и телефонный разъем для подключения телефонного аппарата или DECT-трубки. Так что это не только интернетизация, но и телефонизация вашего помещения. Об этом роутере мы вам уже подробно рассказывали в отдельном ролике. Кстати, посмотрите его вот здесь. Этот роутер отлично работает при уверенном сигнале прямо из коробки, даже без дополнительной настройки. Но что делать, когда сигнал в помещении низкий, связь обрывается, а интернет нужен? Для этого в комплект входит уличная антенна. По умолчанию мы предлагаем этот роутер в комплекте с уличной антенной Zara Maimo. Эта антенна имеет усиление 15 дБ и поддерживает двухканальный режим Maimo. Именно поэтому у нее два разъема, чтобы увеличить скорость за счет двух потоков данных. Подключение к роутеру происходит двумя кабелями марки 5D-FB длиною 5 метров каждый. Кабели антенны подключаются к разъемам SMA на задней стороне роутера. Чтобы получить к ним доступ, нужно снять защитные пластиковые заглушки. В расширенную комплектацию входит антенна Astra Maimo с дополнительным частотным диапазоном от 790 до 960 МГц. Эти частоты иногда используются операторами за городом. Также доступна максимальная комплектация с антенной Omega Maimo, которая имеет усиление 20 дБ. Это уже вариант для усиления связи в очень тяжелых условиях, когда сотовая вышка находится далеко и сигнал еле-еле долетает до крыши вашего дома. Таким образом, вы можете выбрать антенну, которая подходит именно для ваших условий эксплуатации. Для этого перейдите по ссылке в описании товара и отметьте нужную комплектацию в разделе «Опции». На наш взгляд, комплект ZTE MF293N с уличной антенной – это отличный вариант для тех, кому нужен эффективный усилитель интернета по разумной цене. А как думаете вы? Оставляйте свое мнение и задавайте вопросы в комментариях. На этом с вами прощаюсь, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, будьте всегда на связи и до новых встреч, друзья!